комментарий по матчу, пожалуйста. Сумасшедший комментарий по матчу. Комментарий к матчу. Да, начали, в принципе, немножко от обороны, да, то есть у себя в зоне. Первый период, можно сказать, не чувствовали игру. Там сколько, 3 броска, по-моему, только нанесли. По-моему, так по статистике. Сейчас надо перепроверить. Вот, не хватало нацеленности на ворота. Все как-то по углам его катали. Вот, и, в принципе, из-за этого где-то не получалась игра, то есть у себя в зоне играли, то есть отшвыривали от ворот, да, то есть все было остро, а там наоборот, то есть приезжали и по углам покатаем и обратно приезжали. Ну, потом, в принципе, сделали поправки, в принципе, за счет этого и победили, то есть последний гол, да, то есть 2-1, просто набросили, подставили, забили. Такое чувство, что раньше практически у всех команд был комплекс СКА, как-то выходили скованно немного на матчи против команд. В этом году ни у кого такого нет. У вас есть такие же ощущения? Если вы об этом думали, я даже об этом не думал, если честно. Вы считаете, что комплекс был? Ну, как-то все команды все равно скованно выходили, потому что СКА такой машины всегда. Казалось. Ну, знаете, я за все команды не могу сказать, я могу сказать только за себя, в принципе. Да нет, в принципе, СКА игровая команда, которая играет в хоккей, в принципе, как комплекса не было, просто концентрация высокая. Да, то есть понимаешь, что там каждая мелочь, каждый момент, он многое может решить в игре, да, то есть он может перевернуть, каждая вот эта мелочь может перевернуть момент, то есть где ты там упустил, это может вернуться, да, то есть гол пропущенный, тяжело отыгрываться, поэтому, да, по поводу вашего вопроса, да не было комплекса, это ваше ощущение. Но когда в последних секундах Тиканя забил гол, ни клюшкой не было опасений, что не засчитает его? Ну, а как опасения? Ну, как есть. Ну, если по правилам забил, значит, гол. Если не по правилам, то нет гола. Какие опасения? Вы видели, что все по правилам было? Нет, а вы видели, там на Кубе сначала начали показывать, а потом погас. Да, видели? Мы видели. Вот, поэтому, да нет, ну как, ну во время момента, то есть, конечно, там кто-то отдыхал, кто-то водичку пил, то есть не наблюдали, то есть как бы прям так в динамике не было, невозможно было сказать, был гол или нет, по правилам он был забит или нет. Поэтому нет, просто ждали решения судьи и все. Да, вернулись, пойдем.